Нажиться не получилось. За прекращение проверки и за отказ возбуждать уголовное дело начальник линейного отдела управления полиции на транспорте хотел получить взятку в 2 миллиона рублей. Руководитель одной из компаний, испугавшись таких карательных мер, согласился на условия мошенника. В итоге в дело вмешались другие органы, а сам предприимчивый полицейский оказался на скамье подсудимых. Сотрудник транспортной полиции был взят с поличным сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области при передаче 2 миллионов рублей. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. С доводами следствия согласился и суд. Позиция стороны защиты оказалась неубедительной. В итоге на время судебных разбирательств пойманный полицейский будет находиться под стражей. Учитывая общественную опасность совершенного Мингалеевым преступления и наиболее мягкая мера пресечения, по мнению следствия, в отношении обвиняемого избрано быть не может. Кроме того, избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленник в погонах сейчас проходит в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.